Узел вашего галстука выглядит плоским и безжизненным? Или получились беспорядочные и бесформенные складки? В сегодняшнем видео вы увидите два метода, как каждый раз получить идеальную ямочку. Но сперва, зачем делать в узле ямочки? Вы можете поспорить, но они способствуют привлечению внимания людей к вашему лицу. Одна из деталей стиля, которая отличает любителя от профессионала. Начните завязывать свой любимый узел, который вы обычно завязываете. Но когда вы дойдете до ступени, когда нужно затягивать узел, остановитесь. Первый способ – сделайте складочку сверху. Возьмите излишек ткани сверху и щипком сформируйте ямочку. Затем аккуратно протяните в петлю свободной рукой. Завершите затягиванием узла и далее подгонкой узла и ямочки, пока вы не будете довольны внешним видом. Второй способ – создание ямочки снизу. Указательный палец просуньте в петлю и сожмите рукой галстук, чтобы получилась ямочка. Придерживайте узел другой рукой и аккуратно протягивайте ткань через петлю. Не уводите вашу руку далеко, чтобы правильно сформировать ямочку, пока не затяните галстук так, как вам нужно. В конце затяните узел и поправьте его, если необходимо. Правильную ямочку на галстуке можно сделать на любом узле. Это великолепный способ добавить жизнь и характер вашему галстуку. Для детальной, пошаговой инструкции, как сделать идеальную ямочку на галстуке, читайте статью на realmanrealstyle.com. Убедитесь, что поставили лайк этому видео и подписались на канал. И дайте мне знать в комментариях, что вы думаете об этом видео.